Лиса, это музыка Модеста Петровича Мусоргского. Скерцо написано для фортепиано, называется «Детские игры. Уголки». Я вначале выучил, сыграл, потом дети мне стали рассказывать, о чем эта музыка. Уголки. Игра провела шахматы доски. Шашки. Ну вот, дети сегодня мне это объяснили. Вот сейчас, я имею в виду, в настоящее время играют. Играли и тогда. Ну, музыка об этом. Итак, Модест Петрович Мусоргский, «Скерцо, детские игры, уголки». Thank you.
Года три назад, больше, четыре года назад, я стал болеть музыкой Шнитке. Я услышал ее в исполнении квартета из виртуозов Москвы, во главе со Спиваковым. Потом услышал в ансамбле «Безродный» Вивальди оркестр. Потом эта музыка стала мне сниться. Я даже слышал, с какой ноты я буду начинать, с ноты ми. До того эта пьеса засела у меня в голове, что я бросил все свои силы и силы всех своих друзей на поиски нот. И они пришли мне из Испании, прямо от Спивакова. Он не знал, как уж идет, все и так. Я скрыл, что я баянист. Сказал, что вот, дескать, этому музыканту нужны ноты. Так и передавали. По цыганской почте не нужны ноты, а на музыканту. Ну вот он этому музыканту и выслал. Лично в руки до Владимира Спивакова. Ну, прошло время. Я узнал, что это пьеса из огромной свиты, которая называется «Эльфийская сказка». И оставил очень мало от его инструментов, самого Шнитки. Даже не представляю, как она звучит в оркестре. Не слышал никогда, но для баяна давал по-своему. Итак, звучит сюита «Эльфийская сказка» Альфреда Шнитке. Из нее я сыграю 4 номера. «Детство Чичикова». Ну, наверное, буду подряд называть. Итак, «Эльфийская сказка. Детство Чичикова». Thank you.
Thank you.
Номер два у нас Мусоргский в мире по частоте исполнения. Итак, Сергей Прокофьев, Скетский марш из оперы «Любовь к стрелу». Thank you.
дивертисмент в трех частях: прелюдия, скерцо, баллада и импровизация. Thank you.
Thank you.
конечно, после знакомства с Юрием Шишкиным убедился, что это явление в искусстве, явление в музыке. Я это могу смело сказать. И в этом убедились все, кто сегодня присутствовал на этом концерте. Но мне было очень обидно, что с этим явлением люди совсем не знакомы. Наверное, потому что он далеко от Москвы живет, не знаю, еще какие-то другие Москвы. Ну, представьте, я не могу не рожать. Мне очень хотелось, чтобы тулики услышали Юрия Васильевича, но вот этот концерт организовали, провели его. Наверное, не так много народу собралось, потому что Юрий Шишкин, к сожалению, в Туле не знают. Но я думаю, что все, кто здесь собрались, теперь расскажут про Юрия Шишкина, и что тулики все должны знать, что Юрий Шишкин – это музыкант номер один. Нашему камерному оркестру довелось с ним играть одно произведение. А, кстати, наверное, для композиторов это большое счастье, когда Шишкин исполняет музыку наших современных авторов. Недавно я был на конкурсе камерных и фортепианных ансамблей в Новомосковске, и там исполняли фортепианный дуэт эту ревизскую сказку «Шнитки». Значит, из 9 ансамблей, которые там было, 4 играли эту ревизскую сказку. Мне что-то музыка не очень понравилась. И когда вот я услышал в исполнении Юрия Васильевича эту сказку, я понял, что действительно эта музыка гениальна, настолько это интересно. Ну и сколько зависит от прочтения музыки. И мы, конечно, еще познакомились с одним замечательным автором, это с произведениями Кусякова. То же самое, когда привез Борис Сергеевич Ворон партитуру, и оркестр начал разучивать это сочинение. Но сначала оно показалось не очень интересным и как-то непонятным. И главное, что страшно было, что до фестиваля остается совсем немного времени, нет солиста, и как все это играть. И вот приехал Юрий Шишкин, и за одну репетицию практически прошли все сочинение, и она стала таким родным, понятным и близким, и так полюбилась эта музыка. Но, к сожалению, что мы в Туле не можем исполнить это произведение, потому что оно написано для струнного оркестра и трех контрабасов. И целой группы ударных у нас не только исполнителей таких нет, у нас инструментов в Туле таких нет, к сожалению. Вот. А Шишкина, я думаю, что мы с ним просто должны подружиться, и он тоже Тулу должен полюбить, и мы будем его приглашать, и будем рады, наверное, чтобы он с нами был как можно чаще. Спасибо большое. Очень интимным отношением на сцене. Спасибо вам огромное за тепло.
и за искренность. Всего доброго, до новых встреч. Thank you.
Это прозвучало органное прелюдии фуга си минор органа Себастьяна Баха. Чтобы немного успокоить атмосферу после Баха, я хочу сыграть две песни без слов. Песни Нельсона Бартольди, а затем мы обратимся к современной музыке для баяна. Прозвучит весенняя песня и грялка Феликса Мендельсона. Thank you.
называется «По земле», вторая «Весенние голоса», третья «Наваждение», четвертая «Сны и тени», пятая «Неистовые птицы», шестая называется «К солнцу». Эта музыка заключает в себе несколько уровней конфликта. Во-первых, первый конфликт — это когда зима не хочет оставлять свои позиции, не хочет уходить. Ну, это, собственно, то, что было несколько дней назад у нас с природой, когда выпал снег в апреле. Это как бы первый уровень конфликта. Если попробовать двигаться дальше, посмотреть, не всегда прекрасная погода отражает столь же прекрасные чувства в душе человека, особенно если он уже не молод. Поэтому у нас весна будет совершенно негативные чувства в душе человека. Как бы хорошее рождает плохое. Надо говорить так. Если двигаться еще глубже, это конфликт другого порядка, когда рождение чего-то нового весной является отрицанием того, что уже существует. То есть для кого-то рождение является смертью для других. Это такое отрицание. Ну, и так надо двигаться дальше. До конца я так и не дошел в этих уровнях, в том, что имел в виду Гусяков, когда писал эту музыку. Я знаю точно одно. Когда он ее писал, собственно, как и все, что он пишет, он вначале очень много читал философской литературы, горы, а потом просто писал музыку. Так, Анатолий Гусяков, «Сюита», «Весенние картины». Thank you.
крайней мере, каждая пьеса его — это событие, которого еще не было в моей. Я рад, что один из первых это становится этому свидетелем. Ну что ж, что берутся из современной музыки, далее пойдет только классика, как бы части моего второго отделения. Я сегодня компоную программу опять, так же, как вчера, в ОВХ. Что ж, сыграю Прокофьева с керцем марш из оперы «Любовь к тебе». Я должен появиться ребенок.
написал адажу, который стал центральным номером родмойского концерта для гитары и оркестра. Так, Хоакин Родриго, родмойский концерт, вторая часть. Thank you.
ответить, откликнуться в моей душе. Видимо, наверное, ну, как сказала Майя Плесецкая, что ей так близка испанская музыка, что ей кажется, как будто она в прошлой жизни жила в Испании. Хотя в Испании в прошлой жизни не жил, это точно. Поэтому я ничего, наверное, не нашел большего, чем сыграть такой компромисс между испанской и вообще общеевропейской салонной музыкой. Это Машковский «Испанский каприз». Пьеса Морица Машковского, короля виртуозов в салонах музыкальных 19 века, принесла ему большой успех и ныне приносит большой успех баянистам. Пьеса это давно известна, и играют многие, ну, сегодня сыграли ее. Итак, Морец Машковский, жемчужина 19 столетия, жемчужина салонного романтизма, испанский каприз. Thank you.
поэтому, наверное, удивляемся к завершению концерта, я сыграю ее. Thank you.
для одного поехал. Иду ее по полям. Так, Аркадий Мацанов, пчелка. Ансамбль народных инструментов «Легенда». В его составе Сергей Чкунов-Баян, Вадим Подолев.